Зря. Первый вариант лучше. Ну, за знакомство. Слушай, мы хотели поговорить о деле. Да. Знаешь, ну к черту эти дела. Я очень рад, что у меня неожиданно образовался отпуск. А ты приехал сюда по работе? Да. А чем занимаешься? Да, ничего особенного. Система кондиционирования. Ну а ты? Здесь родилась? Нет, на севере. А чё так? Там у нас такая глухомань. А здесь в квартире дешевле. Не так холодно. Москва вон рядом. Родные? Никого нет. Родители умерли, я одна. Я тоже одинок. Мне это интересно, почему такая, как ты? И до сих пор без мужа. Не до семьи, да? Все работа. Ну, как-то так сложилось. Мне кажется, я нашел товарища по несчастью. Темная, темная ночь. Пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. А куда? Ну, пойдем. А, не, я не могу. Нет, ну я… Всего лишь один танец? Нет. Один. Тебе не надо ничего объяснять. Тебе не надо ни о чем говорить. Ты можешь камень с души моей снять. Ты можешь мне любой грех отпустить. Тебе не надо ни о чем говорить. Тебе не надо ничего объяснять. Артём, не беги! Я что ли здоровье надо? Мам, а могу мороженое? Конечно. Сегодня ведь твой день рождения. Я тоже люблю детей. А своего не думал завести? Поедем ко мне. Слушай, я… У нас ничего не получится. Я должна была сразу тебе сказать. Я не готова к отношениям. Почему? Я не могу. Спасибо тебе за вечер. Извини меня, пожалуйста. Подожди. Я что-то не понимаю, все же было нормально. У тебя кто-то есть? Кто-то есть. Не приносит голос твой, всем обидам вопреки. Этой ночью мы близки, я себе поклялась. Садись, прокатимся. Версия с кротом подтвердилась. За тобой могут следить. Ничего необычного не происходило в последнее время? Все обычно. Они могут пойти на контакт, чтобы провести проверку. Никаких контактов. Никаких случайных знакомств в последнее время? Никто не появился в твоей жизни? Сосед, коллега по работе? Нет. Подумай. Нет. Как адвокатура? Нормально. А самочувствие? Все хорошо. Что-то случилось, ты какая-то странная. Я обычная. Да. Андрей Евгеньевич, Артём пропал. Я сейчас. Как это случилось? Какой Артём? Мой Артём? Секундочку, погоди. Подожди. Пусти. Успокойся, успокойся, успокойся. Бабушка не доглядела. Мы его найдем. Поняла? Успокойся. Значит, все-таки пропал. Успокойся и помоги нам. Вспомни любимые места. Детские площадки около дома. Так, молодец, дальше. Парк. Мы любили туда ходить, уток кормить. Хорошо, еще. Школа. Школа. Ты слышал? Да. Послушай, послушай, его могли похитить Атаровский. Ты же сам мне сказал, если они вышли на мой след! Успокойся, пожалуйста. Ты слышал, Серега? Да, слышал. Давай работай. Парк, детская площадка, школа. Я скоро буду. Я с тобой. Я поеду с тобой. Я поеду в Москву, а ты остаешься здесь. Хорошо? Вам куда? В Москву. Вы серьезно? Едем или нет, я заплачу. Поехали. Спасибо. Сказала, что мама в другом городе, что она ловит преступника. А он как-то вроде вот так вот успокоился, вроде бы. Господи, ему ж болеть нельзя. Он же, любая инфекция же. Посторонний мог дверь открыть? Нет, 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 он, я ему запретила. А не посторонним? Мог. Угу. Это от планшета чехол? Да. От его? Да-да, это я ему подарила. А где он? Нигде нет. А симка была? Сим-карта в планшете была? Сейчас. Я сама в этих штуках ничего не понимаю. Так, вот она. Вот здесь инструкция, чек, гарантийный талон. Вы сами посмотрите. Пожалуйста, до Омска, один билет. Какой Омск, мальчик? Как какой? Вот город. Где твои родители? Ну, мама там. Ну, дайте билет. На 46-й до Калуги билет остались? Остались. Мне нужен билет. Так, мальчик, давай-ка. Вот тебе твои деньги. И иди жди маму. Так, Калуга, один билет. Спасибо. Ты что, потерялся? Нет, мне билет не продают. А куда ж ты собрался? К маме. В Омск. В Омск. Один? Да, один. Но я уже совсем взрослый. Я вижу. Только знаешь, ты совсем не в том месте билеты покупаешь. А где надо? Пойдем, я покажу. Пойдем. Я такое место знаю, где все билеты продают. А где мы здесь купим билет? Пойдем, я покажу. Иди, иди. Так на манген шукар. Чао да цирк ходил. На нело чё. Мальчик маму ищет. Один остался. Мама далеко уехала. Дык, лачу чаворот. Лачу чаворот, древан лачу. Какой хороший мальчик. Ну пойдем, мальчик, пойдем. Посмотри. Мы билет-то купим. Что вы делаете? Это мое. Отдайте планшет. Ну и чё? Не знаю, сигнал пропал. Но последний раз был где-то… Оттуда, что ли? Так, давайте туда, я туда. Куда вам в Москве-то? Смольная, 61. Дорогу покажете? Покажу. На нелла высоты раз. Со загажу, а? Над их тем Николи. Ну не надо! Ты будешь слушаться? Буду, только отпустите! Если не будешь слушаться, я тебе дам! Отойди от него! К нам гость пришел. Ну что, ты как, а? Живой боец? Нормально все? Не боись, я свой. Пойдем. Что, путешественник, пойдем к бабушке? А она меня ругать не будет? Не будет. Наоборот, обрадуется. Но ты так больше не делай, понял? Ладно, я просто увидеть маму очень хотел. Алло? Это из экспертного. Куда вы пропали? А, да, я была занята, не могла ответить. В общем, у нас все готово. А когда я смогу забрать результаты? Ну, приходите сегодня, работаем до 6. Спасибо, договорились. Кровь на ноже идентична крови убитой. По отпечаткам тоже есть результаты. Смотрите. Сейчас мы более детально. Совпадают. Слово предоставляется стороне защиты. Говорите, пожалуйста. Валерий Юрьевич Сёмин. Честный человек. Бывший сотрудник полиции, который был несправедливо уволен из органов после того, как оказался под подозрением. Но у обвинений нет доказательств его вины. Кроме факта ссоры и появления его в доме погибшей в день преступления. Но этого недостаточно для того, чтобы Валерий Юрьевич оказался за решеткой. В нескольких километрах от дома погибшей на свалке я нашла пакет. В нем находились тряпки со следами крови и нож с отпечатками. Согласно экспертизе, которую я сделала, кровь идентична крови погибшей. Отпечатки принадлежат моему подзащитному. Что вы несете? Сядьте. Я предполагаю, что Сёмин взимал дань с кафе, которое находится на подведомственном ему участке. Вероятно, из-за этого возник конфликт. Напоминаю, вы защитник. Уже нет. Я готова предоставить суду все необходимые материалы. Пожалуйста. Ты же говорил, что… Говорил. Все говорил. Навел только пругу. Вы что сделали? То, что должна была. Вы опозорили мою контору. Вы сами себе могилу вырыли. Я давно уже там, не пугайте. Вы уволены. Я добьюсь того, чтобы вас лишили статуса. Связь у меня есть, не сомневайтесь. Вас никто не возьмет, слышите? Во всяком случае, в этом городе! Добро. Держи меня в курсе, ладно? Ага. Проверили жучок на отпечатки. Как и думали, их там не оказалось. А что с ноутбуком хакера? Вся важная информация стерта, но в одном из отосланных писем журналисту я нашел очень странное сочетание букв и цифр. Как вы думаете, что это? Пароль? Вероятно. От чего? Знать бы. Да. Ты можешь приехать? Мне очень плохо. Хорошо. Что случилось? У меня больше нет сил. Я больше не могу так жить. Я не могу быть адвокатом. Я не могу больше без сына. Я ненавижу это лицо. Ты понимаешь, что это тупик? Послушай, успокойся, Наташа. Ты меня слышишь? Все, конец. Либо я, либо Атара. Я уверен, мы его возьмем. Это все разговоры. Это дело времени. Послушай меня. Мы должны что-то делать. У меня есть подходящая внешность. Это нужно использовать. Мы можем выйти на Генделева? Нет. Нет, нет. Это опасно. Хорошо. А хакер? Неужели с возможностями ФСБ вы не можете найти одного единственного человека? Что? Что-то случилось? Ну, говори. Хакера убили. Когда? Недавно. Мы вышли на его след, но… Вас опередили. Свидетели видели Горского, но задержать его по горячим следам не удалось. Господи, это я во всем виновата. Это мог быть кто угодно. Но это же не был кто угодно. Это была я. Принес? Чего так долго возился? Зато качество, Сань, не страдает. Была проведена ДНК-экспертиза. Сравнили материалы сына следачки с материалами адвокатши. Родство не обнаружено. Значит, не она. Чего ты хотела? Фря. Не бывает преступления без наказания. Я не преступница. Я просто хотела спасти сына. У меня не было другого выхода. Я поступила как настоящая мать. Смягчающие обстоятельства. Да ты адвокат по призванию. Может, присяжных позовем? Наберем родственников тех, кого убил Атара и его люди. Я сделала все для того, чтобы Никитин взял Атара. Никитин виноват. Никитин, обстоятельства, но не ты. Типичное поведение преступника. Сколько я видела таких на допросах. Я не такая. Я просто хочу быть рядом с сыном. Неужели ты не понимаешь, что я нужна Артему? Я не понимаю, за что мальчику такие мучения. Нам не о чем говорить. Ты не готова признать вину. Стой! Я раскаиваюсь. Я раскаиваюсь. К сожалению, это не тот случай, когда чистосердечное признание смягчает наказание. Но у меня больше нет сил. Противно. На тебя смотреть противно, Фря. Даже не верится, что когда-то ты была старшим следователем. Ты предала профессию. Ты себя предала. Ты должна все исправить. Что? Ты должна все исправить. Но неужели это возможно? Не бывает безвыходных ситуаций. А как? Атар должен оказаться за решеткой. Все в твоих руках. Да что ж такое? Подопечная Третий день никаких перемещений. Но она, конечно, знает, что мы ее пасем. Могла телефон в квартире оставить. Зачем? Ну, в ее психологическом состоянии. Да еще она человек не такой, что сложа руки сидеть. Главное, чтоб дров не наломала. Давай, я скоро. Что случилось? Ты 3 дня не выходила из дома. Прости, пожалуйста, мне просто нужно было побыть одной. Нужно было себя как-то собрать. Прости, что я заставила тебя волноваться. Куда собираешься? По работе. Нужно что-то делать. Ты же видишь, что адвоката по уголовным делам из меня не вышло. Поэтому я решила заняться гражданскими. Извини, пожалуйста. Есть какое-то конкретное место? Да. Одна конторка. Платит неплохо. Прости, у меня сейчас собеседование. Угу. Я тебя подвезу. Не надо, здесь недалеко. Мне несложно. На перекрестке налево. Здесь останови. Спасибо. Не за что. Здесь? Да, здесь. Волнуешься? Немного. Есть информация по Атару? Нет, пока нет. Ну, ничего, появится. Ты сейчас обратно в Москву? Ну да. Жалко. Ты приезжай, я буду тебя ждать. Можно просто так, без повода. А ты не заставляй меня нервничать. Я не буду. Пока. Пока. Вам кого? Я консультанту Юрьеву. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Проходите, пожалуйста. Я вас слушаю. Извините, я передумала. До свидания. Стойте. Куда же вы, девушка? тобою от всех украдён. Я хочу, чтоб ты был за преграды дорог и дождя. Уходя далеко, я буду помнить тебя. Тарина, обрати внимание. В тишине все пою, ты пою, лишь ночные бульвары. Я могу вас угостить? Нет, нет, спасибо. Почему? Одна красивая, скучаете? Будешь водка? Эй! Я не люблю мужчин. Почему? Only women. Ah, women. Understand. Excuse me, excuse me. Займи молодого человека. Хорошо. Здравствуйте. Можем поговорить? Ночь не слышно ступает, оставляя следы в облаках. И рассвет утопает в любимых глазах. Я вас слушаю. Как я могу встретиться с господином Генделевым? А вы кто? Я? Я адвокат. А зачем Генделеву адвокат? Это в его интересах. А поконкретнее можно? Мне нужна личная встреча. Михаил Семенович очень занятой человек. Если хотите попасть в его базу, вышлите фото. Адрес дать? Завтра дело окажется в суде. И вашему Михаилу Семеновичу придется крупно раскошелиться. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. Подождите. Пойдемте. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Что там у вас? Я представляю интересы одной женщины. Давайте ближе к делу. Кто, кого, зачем, сколько? Она приехала из провинции. По образованию юрист. Эффектная, не глупая, умеет произвести впечатление на мужчин. Не замужем, детей нет. Готова связать себя узами брака с достойным человеком. Ну, или стать ему близкой подругой. Главное, чтобы он мог обеспечить ее всем необходимым. Я не понял. Ты про кого? Я про себя. Простите, Михаил Семенович. Опять ввели в заблуждение. Пошли. Подожди. А чё? У самой не получается? Ты где же сейчас найдешь свободного олигарха? Это, знаете, в 20 лет, кажется, все впереди. Это да. А после 30 начинаешь понимать истинные ценности. Да. Джексон, ты чего? Ты куда? Ну, раз Джексон принял, что делать? Придется и мне для тебя что-нибудь сделать. Ишь ты, ишь какой, красивая женщина ведь, с мозгами. Это же большая редкость, а? Пойдемте. До свидания. Да. Да. Да, Геннадий звали. Да, дорогой. Я свободна? Ну, здрасте, приехали. Она свободна. Сейчас ты поедешь. Куда? Как куда? На свидание. Сейчас? Не понял. Где спасибо, крики, радости? Да нет, ну просто как-то так сразу. Он вообще кто? Кто-кто? Олигарх, как ты и хотела, симпатичный, подполтинник, в самом соку, горячих кровей. Он что, грузин? Что, для тебя это так важно? Да нет, ну просто я хотела бы привести себя в порядок. Мы могли бы встретиться завтра. Чего тебе волноваться? Ты в полном порядке. К тому же за тобой уже едут. Нет, подождите, я хотела бы все-таки… Слушай меня внимательно. Многие ждут такого шанса годами. Не поедешь, найдется другая, попронырливее. Чего тебе бояться? Ты от Миши Генделева. Ну, отдашь сейчас заднюю, то будешь заниматься своим счастьем сама. Ну так что? Что решаешь? Я согласна. А, и правильно. О, и Джексон тоже. Одобряет. А чем ваш шеф занимается, если не секрет? Бизнесом. А на чем поднялся? С какой целью интересуешься? Ну, интересно, как люди становятся олигархами. Мой шеф непростой человек. Он через многое прошел. В 90-х чудом остался жив после покушения. Я его уважаю. Как его зовут? Обычно он зовет. Что-то нет никого. Шеф не любит, когда ему мешают отдыхать. Пойдем, он тебя ждет. Располагайся. Очень приятно. А мне как приятно. Очень приятно. Пошли в сауну. Нет-нет. Давайте сначала выпьем, поболтаем. Мы же совсем друг друга не знаем. Делать будешь так, как я сказал. Ну-ка, не трогай меня! Арсен, Зурап! Ну-ка, держите ее, быстро! А ну-ка, стоять! Не подходить! Ты смотри, какая, а? Такая просто так не даст, да? Давай, давай, заводи меня! Стоять! Заводи! Хватайте ее, ну! Хорошо, а? Что дальше? Ну что? Стоять! Глава 18 статья 131. Изнасилование. Грозит лишением свободы от 3 до 6 лет. Что стоите? Давайте сюда, ну! Стоять! Но вам светит больше. Здесь налицо и группа лиц. И, возможно, тяжкое причинение вреда здоровью. Ну, а это уже от 4 до 10. Нет, вы, конечно, могли бы меня убить, чтобы скрыть следы преступления. Но есть люди, которые знают, куда я поехала. По моему мобильному телефону смогут определить маршрут. А за убийство суд наказывает лишением свободы от 12 до 20 лет. Ну, а теперь давайте. Ну! Что встали? Вот Генделев дает, а? Стой! 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 Они знают о кроте. Никитин теперь будет очень осторожен. Никитина невозможно контролировать. Значит, от него нужно избавиться. Найти человека? Одного уберешь, другой появится. Надо, чтобы на его место пришел другой. Подготовьте мне машину. Проект строительства IT-парка важен для региона. Он закладывает фундамент будущего, развивает экономику. Государственный фонд приоритетного строительства и в дальнейшем будет вкладываться в подобные проекты. Проект строительства важен не только для отрасли региона, но и для нас с тобой, Атар. О какой сумме идет речь? Миллиард. Пустим по схеме. Мои люди оформят все как надо. Ну, понимаешь, меня волнует вопрос безопасности. Что у нас там, майор? Я хочу поменять его на своего человека. Нужен звонок сверху. О. Твоя овощная гадость. Ты скоро? Скоро, моя милая. Скоро. Быстрее давай, а то нам скучно. Сейчас приду. Генделев, толку дед как знает. Спасибо, что дал наводку. Организуешь звонок? Просто так майора не убрать. Нужен повод. Повод я найду. Найди, дорогой, найди. А я сделаю остальное. Тебя проводить? Не заставляй девочек ждать. Атар вернулся. Спрашивает, что по Никитину. Да ничего. Ну, удачи. Рассылка от Генделева. Стойка. Чё это? Пришла рассылка от Генделева. Там адвокатша. Ну, та, которая с Никитиным трется. Странное совпадение. Да, но это может быть наш шанс копнуть под Никитина. А если она работает на ФСБ? Не думаю. Никитин не стал бы после провала снова действовать через Генделева. С чего ты решил? Стал бы, не стал бы. Мне нужны факты. У тебя ничего нет на Никитина, ничего. Тут еще эта адвокатша мутная, которую ты мне подсовываешь. Стой. Что у них с майором? Они спят? Возможно. Честный мент живет на зарплату. А красивая баба хочет красивой жизни. Ага. Так займись ими. По голове себе постучи. Стоит боровой. Ну? Спишь, что ли? Саня, у меня сегодня неприемно. Ну, конечно, проходи. Да. Ну и чё приперся? Дело есть. Ну, вообще-то я занят, Сань. Деньги хорошие. Ой, ты знаешь, не в деньгах счастье, если честно. Ты давай не выпендривайся. Работа не пыльная. Тем более ты уже в теме. В смысле? Нужно кое-что выяснить насчет Строевой. Так там вроде выяснили все. Ну да. Все да не все. Аванс. Надо узнать, что там у Строевой с Никитиным. Нужны факты.